А у нас работают две группы. Одна группа идет с Морской бульвара до Азовстальской, вторая группа от Азовстальской до проспект, до площадь Победы. У нас здесь резерв стоит, где наш штаб, где боеприпасы. И работают люди, и дальше по воле Всевышнего мы очистим Мариуполь от этих натиков и бандеровцев. Ахмад, сила Аллаху Акбар.